Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Если Данред позволил себе просто так говорить гадости в мою сторону и так далее, покажите мне пруфы, отправьте мне, я не знаю, вот тогда я с ним пообщаюсь. Зачем просто так говорить то, что я не видел? Я не могу поверить, потому что многие аудитории, многие люди, они могут просто натравить. То, что это животное сказало, то, что пришли ваши девчонки, это факт. Я посмотрел стрим. Ну, может, он так сказал, но я имею в виду насчет того, что, типа, в мою сторону, если у него были какие-то оскорбления, пусть мне покажут. Или лайку скиньте, или мне скиньте. Так же. Спамчись, он убивает сквозь стенки, я стал уже хайнёк. Да? Пойду в текстуру, значит. Сквозь текстуру тоже на изи убьёт. Нет, сквозь текстуру не убьёт. Один раунд еле как возьмёт. Чё вы боитесь? Пошлите за мышь. Блёд. Ну, через срок у меня ещё дыхло. Хайме первый умер, который говорил, что раунд тоже не заберёт. Пацаны, это не как кто-то, давай, это, давай, через... Через... это через стену, да, он через стену убивает, пацаны. Мне так страшно. Иди в спину, зажми его. А как через стену? Хорош, как ты его убил? Домой. Он сзади зашел к нему? Да, он чисто кустиком сзади зашел к нему. Ну нет, он забежал на меня, я ему голдал. Нет смысла покупать броню, вернее, ну да, броню нет смысла покупать. Да просто сидите в домике и ждите эмоции. А да, мы убили через дом. Да? Дым берите, может дым поможет, нет? Да нет, чему поможет? У него аим гоу. Минута шаг пас. Блядь, он дебил, тварь, блядь. Чего? Сквозь... Он сквозь текстуру убивает. Я в доме сидел, а сам и он сказал. Он всегда меня первым... А как его убить? Он убил Томки, а как он тебя не убил? Он убил меня? Блядь, через стенки это уже читерство. Он не через стенки, я стоял в доме. Ебать ты сказал, блядь. Через стенки это читерство. Ну это уже читерство, через стенки стреляет. Он и так с читами играет, куда еще? Он не с читами, просто этот пион. Справа, лайк, лайк, справа! Смотри, лайк в кусте, он ничего не может ему сделать. Чего? Он на один раунд заберет. А где он? Дай одну тычку, а то с МП5 у тебя не стреляет. Да, лучше стекла, дай одну тычку, попадешь, не попадешь. А где он? Я не попал. Всё, забей. Да, бля, ну это читерство, пацаны, это... Ну, чат, это читерство, ну это читерство, пацаны, это слишком читерство. Дай скиллы, забей все скиллы. Это слишком читерство, пацаны, это слишком. Если он чисто об... Ладно, один раунд, пацаны. Если он чисто... Давай один раунд, сделай себе фикатки, попробуй. Не смотри, если бегать, стенками и всё. Давайте его толкуй за раунд, мне интересно, он может нас потряпсить? Да, толкуй, но бьёт. Да, ты чё гонишь, конечно, нам хана. Он чуть не стреляет так. Давай толпой попробуем, давайте просто друг за другом. Да, пошлите, стенки сами друг за другом. А почему? А у меня стенки нету, кстати. Бля, малыш, так-то мне по лицу не стенки, не ставишь? Это мы толпой идем, у него аим лагает, короче. Лагает, блядь! Аим лагает, блядь! Да, бля, пошел на. Давай! Бля, у меня шанс был, я проебал. Давай! Малыш! Это вышел. Танк был, Адам, танк был. А я уже заканчивался. Да не вот. Короче, он с текстуры жить не может, поэтому вот так вот, короче, пацаны.
Что? Через текстуру он шить не может, то есть прошивать, да? А через стенку прошивает. Ты что, дурак, через текстуру может? Пацаны, это читерство, это незаконно. Я тебе сервер крашнули. У тебя осталось 5к, все роли удалили. Чекай. В центре закроемся. Посмотрим. Ну, бля, ну это вообще не интересно, он просто через стену убивает, блядь. Он даже через этот, как его, через стенки, через все. Смысл играть так с человеком, который убивает через все. Тащите. Мангал, заходим, он нас сквозь санка убьет. Ребят, мы сможем. Бля, он заебал, он меня убивает первым. Хорошо. Хорошо. Перестрелял. Бля, я же говорю, просто надо момент найти и просто попасть. Я не попал два раза, бля. Я два раза мог... Чекни шлем, Хаймер. Слабый? Хаймер. Шлем. Хаймер, чекни мой шлем, Хаймер. Охренеть. Перешла от него. Блин, надо было нам третий шлем поставить все. Или четвертый. Нам надо, бля, нам тоже надо было четвертый шлем. А, он же тоже может. Не-не-не, а то и так его не убили. Коуч 103-93. Мы бы не убили его с одной стейки бы. Да. Так хоть и у нас шанс есть. Да, блядь, заебал. Ну да, слабый. Да че он меня убивает первым, блядь? Сколько людей у меня убивает, блин? А он же мне говорил, ответишь за слова. Нет, пожалуйста, нет! Пожалуйста, нет! Ты гений. Дай приседает. Давай лайк. Все, минус лайк. Охренеть, у него ухоры. Когда там текстурка, там нереально в голову дать. Ты просто штуки дает, читер, ты не... Ой, он как читер, понимаешь, как будто. Да. Права там. Давай летим раунда. Я не знаю, чат, что делает. Мне кажется, он как читер, как будто. Как будто читер, реально. А там, как думаешь, он читер? Ну, я не знаю, пацаны. У него просто ПК-шки какой-нибудь. Какой-то... Короче, два, блядь, не блядь, я умер от читера, чел пишет чат, что я бот, блядь. Понял. Бля, я заметил, знаете что, если мы будем сидеть, он попадает через текстурки. Когда мы бежим, он через текстурки не попадает, нет разве? А сам он в черноте СНС чекай. Прошел проверку, наверное, у геймера. Натуре. А сам чекай. Когда мы приседаем... Слышишь, он чернота СНС, реально? Чехи, а просто поэтому не знаю. Ты какой дурак, что ли? Кто это сделал? First blood. Ну ладно, брат. Кто в камеру стенку сломал? Это хайгер. Ты придурок? Смог. Как будто читер, я отвечаю, как будто читер, я не знаю, кто. Double kill. Гранату взял. Кто? Я у него подобрал. Чекай за мной лайк. Где он? Заберите его, пожалуйста. Давай. Очкошник, как мужчина, выйди один на один. Окей. Трипл килл. Вот, блядь. Не страшно. Лотери килл. Блядь, так нич. Я думал, мне последний. Я хочу, чтобы этот чел зашел. И начал этот, как я его... Я буду писать, что я бот. Я хочу, чтобы этот чел зашел и Хаймеру сказал, блядь, ну чё, я тебя порвал. Ну это чекать сейчас, он Хаймеру скажет. Ну чё, бот, блядь, я тебя чпокнул. Чё? Ну чё, Марти, ты заставил ответить за слово Хаймера, да? Да. Ты жёсткий, братан, ты жёсткий. Хаймер. Что, брат? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст неудачи и всем пока-пока.